друзей и подпишись. Ставь лайк, оставляй комментарий. Всем приятного просмотра. Всем привет! И мы проснулись. Вот уже. У нас день на дворе. Все солнечно. Черт, я забыл ночью телевизор выключить. Так всю ночь и проработал. А где здесь у нас провода? Какой-то он беспроводной телевизор. Нанотехнологии. Ну ладно, пускай работает. В шкафу у нас нет ничего. Я только переселился. Вот себе парту такую взял, чтоб что-нибудь можно пописать, порисовать. Здесь вот, чтоб посидеть, курить, в окошко посмотреть. Ну, я недавно переехал. Город этот называется Припять. Я один здесь живу. Мне нормально. Так, выйдем, посмотрим наш дом. Свет поможет тебе заглянуть в историю. Но это не я писал, это до меня какие-то хозяины уже написали. Здесь вот моя квартира. Вот, как вы видели уже. Здесь это чужая квартира, ну как у всех. Обычная коммуналка. Ничего, ну пока обживусь, потом чем-то еще заставлю, куплю. Здесь закрыто у нас. А нет, вот здесь у нас открыто. Ну это здесь раньше была душевая. Душ здесь принимали. Сейчас уже ничего здесь нету. Так, дальше, что мы здесь? Ну, здесь у нас было место для курения. Ходили здесь, курили. Вот парту нужно себе потом вечером как-нибудь оттащить. Вот. Еще одну себе тоже возьму. Кинозал даже у нас здесь был. Точнее, он есть, кинозал. Пока я здесь один живу, никаких ни соседей, никого. Вот такая вот скамеечка. Пока обживаюсь. Я еще сам здесь ничего не знаю, что здесь находится, где. Переехал только вчера вечером, вот только телевизор он вечером посмотрел. Что здесь написано? Ну, понятно. Это, наверное, от предыдущих жителей остался. Так, что здесь у нас написано? Папка для бумаг. Ничего, потом нужно запомнить, где она лежит. И приду себе заберу. Так, вот у нас здесь шкафчик такой. Ну, наверное, скоро времени и другие подселятся. Тоже здесь будут жить. Сделаем хороший ремонт. Ну, купил я эту квартиру. Ну, дешево. Не знаю. Для меня это дешево. Да там буквально просто за место. За площадь, точнее. Не за место, а за площадь. Вот, спустимся вниз. Что же нас у нас здесь внизу? Внизу у нас также лавочки, здесь парты. Школа, наверное, скорее всего, здесь это была. Но теперь я здесь живу. Черт, забыл телевизор выключить. Ну ладно, пускай поработает, потом приду, выключу. Так, из окна у нас здесь нельзя выпрыгивать. Такая вот у нас
погода на улице стоит. О, еще одна. Еще один ствол можно себе забрать. Чечки вон чирикают. Весна. Все, ну какое. 27 апреля сегодня у нас. Схему вот себе нашел. Плана здания. В общем, потихонечку как-нибудь обживусь. Так, нужно еще здесь найти, где выход у нас. Что-то кругами здесь хожу. Никак не могу выход найти. Ну, квартира однотипная. Еще ничего не заставлено. А вон, наверное, выход. Здесь что написано у нас? Добро пожаловать. Вон он, домик. Но это пух летит, как вы заметили. Вот моя машинка, на которой я приехал. Ну, старенько, ну ничего, на первое время пойдет. Вот мой номер. Это у нас еще одно здание. Потом в него зайдем. Пока посмотрим, что же у нас здесь на улице. На улице тепло. Где-то плюс 25-28. О, еще одна машинка. Значит, не я здесь один живу. Кто-то еще приехал заселяться. Ну, наверное, он вон в другом здании будет жить. Вон, в синеньком. Мое же здание вот это. Первый корпус, второй и третий корпус. Я живу в третьем корпусе. Так хорошо прогульнуться, так. Место себе смотреть. Сейчас должны мне мебель уже привезти. Всякие там коробки. Потом разберу их. Пока у нас есть время, я вот сейчас осмотрюсь местность. Что здесь у нас? Ну вот, как я сказал, в скором времени должны грузчики приехать, привезти мне коробки там. С посудой, с мебелью, ну, понимаете, переезд все-таки. Здесь вот буду я жить. Ничего, так нормально, на первое время пойдет. Вон, еще одно здание строится, многоэтажное. Вот такой вот у нас двор. Вот я вам показал весь двор. Пойду-ка я телевизор выключу. Что-то я не выспался. И пойду прилягу. Еще посплю. Вот так вот. Так вот и живем. Так, пойду к себе в квартиру. Вот столик потом нужно себе забрать, пока никому и не нужен.
Ой, не моя квартира. Черт. Да не, это моя квартира. Я что-то уже запутался. Где я? Да не, все правильно пришел. Да не, я просто думал, телевизор это не выключен. А он выключился уже. Ну все. Пока я прилягу, немножко отдохну. Все. Всем спасибо, что были со мной. Все, я спать. Всем спокойной ночи. Подпишись, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем приятного просмотра.